Всем привет! Вы находитесь на канале Стофики и компания. С вами я, Саня. Хочу сразу извиниться за то, что не появлялся так давно в Ютубе, потому что были проблемы, успел и поболеть. Ну, теперь, как говорится, с корабля на бал. Мы находимся в Шару Осколковском. Ехали мы сюда, конечно, быстро. Где-то километров 80-90 в час. Мужики, хотел поснимать, но серьезно говорю, сыкотно было сильно, поэтому не поснимал. Добрались мы сюда буквально где-то минут за 40. Приехали на двух снегоходах. Калюнька ехал со своим сыном Саня, а я ехал за Андрюхой. Серьезно говорю, ребят, вцепился в него, не смотрел на дорогу, лишь бы только не обписаться. Ну все, теперь мы на месте. Вот это окушочек. Нет, это еще небольшой. Это еще не окушок, да? Это еще небольшой окушок. Какой-то он светлый. О, рыбачим. Калюня, его сын Саня, Андруха и я. Ловится все. Все, что есть, как говорится, в реке Печора. Окуня, сорога. Не трынди. Вот. Уже сколько нарыбачили. Поставили две жерлицы. Рыбачим мы сегодня на все. На тесто, на опарыша, на кукурузу, на червя. Вот. Пока клюет у нас на опарыша, на кукурузу и на тесто. До червяка мы еще не дошли. Но я думаю, впоследствии мы еще и на него попробуем обязательно. Глубина под нами все штука 1,80 м. Течение небольшое присутствует. Подкормились. Поклевки умеренные такие. Чередование идет. Окунь, сорога. Сорога и окунь клюют такие. От 150 грамм до 400 грамм. Вот. В общем, рыбалка превосходная. Обогреваться будем шмелем. Скоро шмелек запустим и будет все в порядке. В общем, держите за нас кулаки, пожелайте нам удачи, чтобы мы поймали не только сорога окуней, но обязательно щучку, чера, сига, все подряд. Да, кстати, многие спрашивают, что за логотип «Рыболовное братство». Так вот, говорю, это обыкновенная фишка, чисто узнаваемая. Как у всех есть логотипы своего канала, также есть и логотип общий, это рыболовного братства. Что в нем хорошего? Да просто объединяемся, да и все. Вот, чтобы мы были узнаваемы. То есть это те люди, которые отдыхают активно, ловят рыбу, любят природу. Что такое узнаваемый? Ну, сами понимаете, можно куда-нибудь приехать, где-нибудь соберемся все вместе, чтобы порыбачить. И не нужно там искать автобус и так далее. Вот перед вами уже на автобусе логотип этого рыболовного братства. Видно его издалека. Вступайте. Чем больше нас, тем лучше. Я же со своей стороны обещаю, что как только увижу значок видео с логотипом рыболовное братство, естественно, я его буду смотреть. Вот, естественно, я подпишусь, если канал достоин этого. Ну и хочу сказать, что в Ютубе прошли обновления. Обновления очень сильно повлияли на подписки, на монетизирование и так далее. Знаете, ребята, что теперь нужно 1000 подписчиков для того, чтобы замонетизировать канал. Вот. Ну и также повлияло на колокольчик, то есть на уведомление. Что мне пришлось сделать, это серьезно, всех вас, ребят, дорогие мои подписчики, еще раз понажимать колокольчики, чтобы уведомления стали опять приходить. Вот такая вот у нас природа.
хорошо, тихо, красиво. Вот. Снегоходы наши. Ловим мы в палатке снегирь 4Т. Это уже мешок, уже в который пересыпали рыбу. О. Вот такая вот она у нас огромная. Это Калюнькина. Вот, саркази я имею в виду. Ох, какая. Санечка таких только ловит. Мимо. А, нет, сидит. Вот такая вот она сидит. О. О, нет. Там подъезд, смотрите. И забыл включить. Вот таких вот мы ловим. Это я таких ловлю. Не забывайте, ставим лайки, подписываемся. Только не такие, а вот такие. Там сейчас под водой муль. Вот этот, когда подкормил. Вот, пена, блядь, пыль. И эта пыль рыбе в глаза. Вот. И она начинает искать. И тут она видит пена, кукурузу. Пена, Вакроплекс. Кукурузу. И чтобы ее не потерять, она ее быстренько хап! И все. И как тут и было. Задал вопрос, говорит. Что тебе так сильно деньги нужны, что ли, он? А кому они не нужны? Говорит, ну а если, говорит, тебе дать 1 000 000, говорит, год отсидишь в тюрьме? Отсижу. А 2? Отсижу. А 3? Отсижу. А 4? Отсижу. Ты иди туда. Четыре года решил отсидеть. Он такой, вы же говорили 4 000 000. Тот ему года приписывал, тут ему 2 000 000, 3 000 000. Кто что слышит? Сегодня вот что-то одна мелочь клюет, такие вот невозможно большую поймать. Пока не идет большая. Только такие вот ловятся по 700, по 800 грамм. Только. Это потому что у нас было брать этот мотобур на 200. Да. Чтобы не застревало. Вот да. Как Саня вот ловит вот такие вот по килограмму. Это он камень в твой город кидает, чтобы мелкий мотобур купил. А зачем трех? Чего это? Это мы уже решили уху сварить. Ох, ушица будет знатная. А кушки у нас вкусные. Мы не хотят. Не хотим повариться. Телезрители, вот посмотрите вот на это вот. Все только на себя до себе. Вот. Вашему Санечке даже слова не даст ставить. Говорю, вот этот уху сделал я, рыбу почистил и так далее, и тому подобное. А он начинает, нет, не я. Волка-то нагреб себе там, смотри, какой. Это особый способ ловли. Или чтобы никто не видел, какую он там рыбу-то. Рыбу чистил. Кстати, к нам присоединился Олег, познакомьтесь. Вот еще один рыбак. Будем рыбачить вместе. Проезжал мимо тут. Нечаянно, да, говорит, заглянул на огонек. Вот, и мы тут сидим. Сразу заворотник, садись, дать я 40 километров. Вот, уху уже кушаем, вон Саня, как, смотрите, как хлещет. Видите, даже шапку не снимает. Вот. Ну и Олег тут немножечко воды нам привез, правда, в такой бутылке, ну что поделаешь. Да, другой не было просто, торопился. Так-то. Какие на помойке валяются, ты и подобрал. Мы-то на рыбалке не пьем, поэтому, а что тут пить-то вообще-то, ну ладно. Продолжаем рыбалку. Опа, я тяну. Это не твоя, смотрите, какие вот я ловлю, какие Сашечка ловит, вот. Это вторая.
Такая яса такая, Саня. Хать! Дед не в курсе сейчас там. Санечка вот таких вот ловит. Вот они. Вот это вот сорога. Так сорога. У Олега взял, подержай. Бля, язва. Поем и хватит. Не знаю, жаркое мне так вообще нравится, сороги тоже хорошо. Нет, я сорогу люблю только в котлетах и в этом вяленом рыбе. Я только в вяленом рыбе. В котлетах я. А жаркое не делали? Нет. Нет? Делали. Больше я предпочитаю куни и щуку. Вот да? Заходите на канал Стофики. Там есть блюдо такое. Жаркое из рыбы. Вот. И там все вам там покажут и все вам там расскажут. Мне кажется, там костей много слишком, сороги, это как карась. Не, там же его так же перемаливается, да. Если она перемалывается, то да. Не, в карасе больше в карасе. В карасе больше костей, конечно, да, у него очень много мелких костей. Но он, блин, зараза, вкусный, жареный, вот. Да, уже. Мелкий, когда уже будет клевать-то большие? Не очень. Одна мелочь только клюет у Санечки. Они это как бы. Которые там в лунку не пролазят, те и срываются обычно. Да. За счет того, что морды не вылазит, он упирается. Там даже снимать нечего. Серьезно, блин. Там вот есть рыба, но там снимать нечего. Мелочь уже задолбала, мелочь. Когда уже будет крупляк-то ловиться. Ну что ж, на этом мы заканчиваем нашу рыбалку. Посидели чудненько, наловили рыбы много. Этому месту большое-большое спасибо. Смотрите нас, ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч!